приехали такой небольшой делегацией, но это все люди из сферы образования, с тем, чтобы изучить опыт работы в сфере этнокультурного образования в Республике Татарстан. Сегодня опыт создания университетской школы – это для нас тоже очень интересный опыт и такой момент для того, чтобы задуматься для создания у себя в Республике такой модели. Прежде всего, конечно, огромная работа проделана, видно, с профессиональной точки зрения и по работе с педагогическим коллективом, с родительской общественностью, это очень важно, и по созданию такой инфраструктуры, такой атмосферы, которая сама по себе тоже воспитывает детей.